Боже, все, я пошел. Всем привет, друзья, с вами Бурбон. Сегодня не играем не одни, играем с одним Мишей. Можешь поздороваться. Всем привет, чуваки, с вами Бурбон. Сегодня продолжаем играть на Diamond RP сервере Ember. И я сейчас хотел дать ему поздороваться, но не знаю, стоит ли. Ладно, так и быть, уговорил. Не здоровайся. Всем привет. Короче, чуваки... Всем привет, чуваки, с вами Бурбон, продолжаем играть на проекте Diamond сервере Ember, и угадайте, кто сегодня со мной в скайпе. Да-да, это тот самый черный мальчик, шоколадный, всем привет. А странно, конечно, что черный знает русский или украинский, это сложно, поэтому мы продолжаем... Hello, guys, с вами Нига. Вот так вот, ну ладно. Короче, чуваки, сделаем вид, что этого не было. И вы можете заметить, что я продал свой НРГ в прошлой серии. Надеюсь, что в прошлой. Ну или в какой-то из прошлых серий. Сейчас на руках у меня 2 миллиона. И планирую себе купить какой-нибудь скин. А вот этот черный человечек, который... Ты же разбираешься в скинах? Конечно. А, стой! Я успел, понимаешь? Я в первый раз проехал тут. Вот по вот этой вот херне. Сейчас тебе все равно штраф дадут. Да пошел ты. И мне не дали штраф. Это первый раз был за миллион лет. Вот серьезно. А чё он пишет? Мне чувак пишет, Эдди, мутный, мы его банит ЛВ. Так я ж написал, что всё. Инвайтим, я им ещё раз напишу. Отбой, не, я ещё напишу, отбой. Так, всё, от меня. Из-за того, что комп просто взял и завис. То есть даже не выключился, а просто завис. То есть всё прям зависло, то есть ничего не работало. Он сгорел просто, ну не надо отрицать этого. Ладно. У тебя настолько слабый комп, что даже сам... Я еще вспомнил случай на Капте, когда кто-то стоял ФК. Ох, ладно. Это долгая история. Мне казалось, что сейчас этот чувак начнет меня подрезать, но нет. Короче, сейчас поедем. Я решил поехать в такой малоизвестный магазин, чтобы принести ему финку неплохую. Короче, смотри, помнишь, какой скин был у Нео? Вот этот, я понял, я Пошка, да? Ну как, ну это скорее из третьей GTA-шки. Ну я понял, да-да-да. Ну, в общем, он стоит 610 тысяч. Ух ты! Потом именно епошка такой за 500 тысяч. А я понял, ну он некрасивый такой. Ну как, ну он такой. Потом, он короче, епошка. Блин, вот знаешь, я бы взял себе скин даже за 500 тысяч, но просто я знаю то, что он есть в мафии. То есть как-то не очень, типа, чувак просто пошел в мафию, у него такой скин. Я потратил 500 тысяч, у меня такой скин. Я хотел какой-нибудь уникальный скин, которого прям нигде нету. Ну, как у Нао Хонда был. Нао, привет. Ну да. Ты это смотришь, я знаю это. Короче, я не понимаю, есть скин, стоит 480 тысяч. Такой, типа, школьник в шортиках, с носочками, с кепочкой, с очочками. И почему стоит так дорого? Он худой. Ой, в смысле, сюда. Всё. Короче, я не знаю... Блин, мэра взять можно за 400к. Ну, я только байкер просто. Лучше мафиози бери. Блин, он еще один скин есть в мафиози за 400 тысяч. Сереж, у меня есть, знаешь, идея какая в будущем? Можно, короче, взять скин жирного нигера и худого нигера, помнишь? Чур, я жирный. Ай, блин, не даешь мне играть мою роль, реально. Пошел-то. Смотри, есть еще, знаешь, как выглядит лидер Колумбии. А нет, это не лидер Колумбии. Это немножко другой, по-моему. Или это он? Просто какой-то похожий. Я хз на самом деле, блин. 350... Блин. Че хз. Наверное, придется брать тот скин, наверное, за 500 тысяч. Какой именно? Да какой-нибудь вот именно из мафии, которого мафия стоит сейчас. Ну давай там есть белой рубашки. Да, вот я его, наверное, хотел. Или, короче, можно взять какого-нибудь байкера. Ну не. Ты ж не всегда будешь байкером. Это не точно. Ну блин, да, давай, наверное, тот уж возьму сейчас. Ну да. Сейчас только, наверное, найду его. Короче, чуваки. Блин, а мой этот скин, наверное, сохранится. Ну и в жопу его. Короче. Блин. А сколько дед стоит, кстати? Дед? 100 тысяч. А если ты про скин, то не знаю. Ладно. Блин, я хз. Какой скин брать? Они, в принципе, одинаковые рожи у них. Просто белый, бери рубашечку. Да, он симпатичней. Ну, столько разница. А у кого дешевле и дороже? Белого дороже. Блин. Ладно, давай, короче, беру белого. Бай. Вы хотите купить эту одежду? Да. Блин, знаешь, одежда была доставлена в ваш шкаф. Погнали домой.
Знаешь, что смеется последний? Точно не черный. Потому что черный в это время убирает комнату. По-моему, если когда-нибудь я стану крутым, известным летсплейщиком... Сереж, мне нужно больницу ЛС. Нет, ты не... У меня ревматизм. Да нет, тебе кажется. Это мифы. Так вот, если я когда-нибудь стану известным, и меня начнут форсить в Америке какие-нибудь черные люди, они смогут подать на меня в суд? Нет, потому что у них нет прав. А-за-за. Ладно. Что если реально этот ролик посмотрит какой-нибудь черный мальчик такой? Ты чё? На самом деле, я нормально... Вообще-то я посмотрю, и, ну, обидно. Не, я нормально отношусь к черным, когда они работают. Кроме тебя. ВЛС больницу отвези, пожалуйста. Сначала скин, а потом больницу. Короче, смотри, какой я сейчас буду. Красавчик. Ограбил хату. Вы не... Так. Выбрать одежду. Так. О, да. Вот это прикольно. Сейчас, короче, оружие возьму. Типа, я текаю. Я бегать не могу, блин. Нет, не бей. Лучше все просто, блин, это прикольно. Это прикольно, чуваки. Вот мне кажется, это стоит реально 500 тысяч. Ну хотя... Кто-то получает это совсем бесплатно. Ты не удивлюсь, если посмотрит какой-нибудь где-то широк. Вот так вот. И такой, ну, 500 тысяч, ладно, почему бы и нет. Ну и, ну ох. Это обидно будет просто. Садись ко мне, мой черный друг. Кажись своим печеном, пусть вытяни. РП-чат у вас в фоне, да? Да. Ну, я понял. Короче, сейчас историю расскажу, которую уже начал рассказывать, просто сейчас начну, чтобы еще и люди поняли. Сегодня переписывал самостоятельную работу, которую до этого написал на 2, к сожалению, большому. Потому что очень хорошо тему понял. Написал на 2, сегодня пошел школу переписывать. Когда вышел на улицу, была жопа, прям полная жопа. Потому что он снег как-то пошел. У вас там, кстати, был снег или нет? Да. Да? Да, мокрый такой. Лол, а у нас, короче, прям дикий снег был, он тоже был мокрый. И прям капец, я иду по своей улице и ничего не вижу впереди, потому что прям очень много снега. А дошел до школы, уже почти что весь промок. А дома я заранее подготовился, написал один вариант, то есть нашел эти дидактические какие-то, короче, не дедуктивные или... Ну, короче, какие-то дидактические, вроде так они называются, тесты по физике. Все вроде бы нормально. То есть пришел один вариант с помощью интернета, там было две задачи. Решил их, написал на листочке, все с собой приготовил, положил их в карман. Так, я сейчас около риэлторки. Где именно эта закусочка? Она повыше. А в гору нужно ехать, что ли? Да. Нет, стой. Не в гору, а направо. А, ну типа по прямой, по трассе вот, да. Это, да? А, ну около АЗС-ки еще, да? Ну, она, там АЗС-ка тоже где-то недалеко, да. А, да, все, да, ну все, риэлторка? Вижу. Пришел, сел на первый ряд. Сначала соковал, что он скажет мне писать какой-то конкретный вариант. То есть я писал третий вариант, там было их 5. И он сейчас скажет, пиши какой-нибудь третий. Он сначала спрашивает, какой вариант писал, такой третий. Он такой, ну то любой пишет, такой, да. Короче, начинаю списывать первый вариант. Типа, сначала хотел своими силами сделать. Забыл, что писал, короче, записал дано. После чего писать не знаю. Начал, короче, врубать Шерлока. А там, короче, это... На... Сзади меня сидели еще чуваки из 11 класса и писали пробные ЕГЭ. Но я, короче, беру такой аккуратно достаю листок. Вижу, что мне чувак сзади, который сидит, пропалил. Типа, случайно так... Прокашлялся вот этот тип. Я такой, ну блин, ладно, чертильник, конечно, ладно. Положил, короче, в парты, начал списывать. Думаю, ну ладно, один раз я посмотрю, наверное, все запомню. В итоге смотрел раз, наверное, 15. Сделал две задачи. Потом начал путаться, вдруг неправильно, вдруг она спалит. Ладно, пошел и сдал. Короче, сдаю листочек, она смотрит. Я говорю, ну пока, я пошел вещи соберу. Мари, вот тогда действительно был вот прям вот актер. У меня этот листочек был с ответами в парте. Я, короче, беру, якобы начинаю сильно кашлять. Я, кстати, это штраф не получил. Начинаю сильно кашлять, беру куртку, которая лежала на синем стуле. Быстро беру, сминаю данные листья, кладу в портфель, такое и все. Энс говорит, молодец, 5, но типа из того, что я переписывал, поставил 4. Я такой, да, миссия выполнена. Короче, чуваки, а знаете, к вам сейчас приехали? А, Серёж, пожалуйста, положи 2 ляма на счет кому-то, мне, пожалуйста, если можно. Не-не-не, я все не просру.
Я сейчас этому мудаку 6 пуль сажу в глаз. Я видел, тут меня аж по шотгану, по-моему, начал сначала стрелять, но я... Я же говорю, я этому мудаку сейчас 6 пуль в глаз сажу. Короче, сейчас сыграем в казино. А, блин, пожалуйста, 300. Не миллион надо! Миллион 300! Нет! Давай! Сыграть? Сука, тупой ублюдок. Сыграть или нет? Нет, я проиграю. Я проиграю. Почему мне кажется, что я реально проиграю сейчас? А это не 13 лямов? Нет, это 1.3. Блин. Да я не думаю, что сейчас, если чувак начал играть, вот давай просто ради интереса сейчас сыграю на какую-нибудь маленькую стоимость. Блин, тут, как я понял, подписчики, просто я немножко ради другого пришел в казино, снимаю Джеймс... Певица Ми какая-то играет. Ми. Дастекс, привет тебе, вот так вот. Серёж, дай мне 10, дай мне 5000. Мне выпало число 1, понимаешь? А что если я сейчас сыграл бы? Ладно, в жопу, давай сыграю сейчас. Дай 5к и играй, если как хочешь. Давай. Ёж, хочешь, когда не 5к. А, какой у тебя счет? Точнее, это ID. 2-2-5. Да, счет давай 2 ляма мне приводи. Ага. Да блин, ну чуваки, ну попозже, если сейчас выиграю, то дам всем по 5к. Отойдите, пожалуйста, я просто занят как бы немножко. Давай, 1.3, боже, все, я пошел. Мы играем, 1.3 кака, я сейчас проиграю ведь. Все, тихо, я ничего не слышу, я ничего не вижу, я проиграю. Я медитирую. Я проиграл. А, и на этом мы заканчиваем серию. Сейчас Сережа выкинет свой комп в окно. Я его скоро... Мне, короче, Diamond Tottenham пишет: приятной игры на Diamond. Почему я уверен в том, что они сейчас в скайпе сидят и угорают надо мной? Ох, боже, ладно. Спасибо всем за просмотр. Сереж, выбрасывай комп в окно, я словлю и заберу себе. Как так, Миш? Всем пока. И казалось бы, вот он, логичный конец, но все видят, что ролик еще идет несколько минут. И, чуваки, я попробую отыграться. Уж не знаю, получится. Нет, я-то знаю, просто вам не хочу спойлерить. Уж не знаю, сможем ли мы отыграться, либо просто я уйду в полный ноль. И да, там Миша начал есть, поэтому все его такие чавканье и жвание я постараюсь вырезать, но если не получится, то извиняйте и, блин, просто застрелите его кто-нибудь. И с вас лайк, чуваки, обязательно лайк, вот прям обязательно. Давай, Миша. Я такой опять какой-то админ. Удачной игры и хорошего настроения вам. Боже, мне чувак, знаешь, что пишет? Оставь на чай, я крутил тебе 1.3 кк. Ооо. Давайте, че, ни одного игрока на 500к, что ли, нету? А, Сереж, я поставил его труп в лесу. Мы играем с Мимисой. Ооо. Мы играем. Еще если опять она выиграет, я просто орну. Я выиграл. О! 900к. У меня 963. Давай, короче, 5к. Все. Сейчас, короче, просто буду у ней все деньги мои отнимать обратно. Это еще какой-нибудь сидит там мужик 20-летний, орет над бурбоном. А бурбон не дурак, далеко не бурак. Бурак. Вот именно не бурак. Бурак. Он сейчас, короче, просто это... Возьмет и все прям, все. Прям бубух, бубух, А Гути выпало? Чего? 16. А если ему выпало 15-5? Она за мной идет или нет, она просто сюда пришла. Если напишешь, давай еще бурбон, я такая, ну сейчас. Я, короче, не все сейчас выиграю свое. Просто банкроту надо оставлять. Да, и я дашь мне часть. А сколько будешь играть, она пишет. Сейчас еще раз просру, если. 100к. Не, 100к, наверное, не буду. 900к будешь? Давай напишу. Нет, да. Аго! Давай еще 900к, давай, аго. Пишу. 900к. Вот так вот. Она хочет все выиграть прям. Запиши там. Я не буду это записывать. Вис на мехотильную шотболду. Мелисса, Мелисса, хей. Чувак пишет, Мелисса, прошу ты вин. Ох, ладно, ладно, Эрик Мюнер, ты в чье с канала? Сволочь. Ладно. Сейчас еще, короче, выигрываю. Вот сейчас, если выиграю 900к, я ухожу. Играем. Играем, Миш, 900к. Давай. Пожалуйста. Сейчас. Пожалуйста, все, пожалуйста. Всего. Помоги. Да все, наверное, проиграл. Да я выиграл с числом 3! Карл, 3! А-а-а! Унизил. Ты понимаешь, числом 3! Бля, я надо было записывать. Я записывал. Я сейчас записываю.
Это капец, чуваки, я поднялся! 5000, на, братан, все, думай, я поднялся, ребят, вы че, вы не видите? Я вернул свои деньги. Там, правда, 1100 в минус шел, это ерунда. Это прям ерунда. А сколько у тебя было, когда ты зашел? 1 700 000 где-то, но сейчас 1 063 000. Но мне этого хватит, я больше не буду играть. 1 063 000. 1 1630 000. Это капец, чуваки. Всем пока.